Всем добрый день. Ну вот, свершилась еще одна моя мечта – посмотреть город Питер. О Питере, конечно, я расскажу, но сейчас я хочу пару слов о месте, где я поселилась. Это хостел. Ну вот, приехав сюда и как бы поселившись, именно хостел этот поломал все мое представление о таком заведении, как хостел. Ехала, боялась. Думала, попаду, мало ли, в какой-нибудь богом забытый уголок. Но ошиблась и ошиблась в лучшую сторону, но далеко в лучшую сторону. Все очень прилично. Хостел находится на улице Гастелло, 18, от метро недалеко Победы. Условия более чем приличные. Номер очень даже комфортный, шикарные матрасы, что для меня очень даже важно. Не знаю, для многих, наверное, тоже. Все чисто, прилично. И все условия, как бы, вот, проживания на высшем уровне. Есть все от мыла, там, принадлежностей, и до кухни, и в кухне кое-какие даже продукты, кофе, чай, и все можно бесплатно. Ну, прилично. Если кто-то собрался в Питер, вот рекомендую. Монтировать некогда, выставляю так, как есть, как сняла. Посмотрите, может быть, кого-то заинтересует. У меня номер двухместный, я сняла его одна. Он у меня 1700 в сутки. Но здесь можно снять номер на двоих, который будет обходиться, ну, в два раза дешевле. И можно поселиться в общем номере, где, по-моему, 6 кроватей. И цены начинаются, по-моему, от то ли 600, то ли 700 рублей. Ну, в интернете можно посмотреть. Я в плане того, что если кто-то читает отзывы и сомневается там, ой, вдруг там обмануто. Вот я снимаю в реальном времени, сейчас я здесь живу. Если кто-то собрался в Питер, у них сеть отелей кино, вернее, хостелов кино. Посмотрите, в каком-то другом конце города, но условия приличные. Здесь вечерами показывают кино. Не зря он называется кино-хостел. А это мой номер. Двухместный, но я сняла его одна. Цена 1700 сутки. Прилично. Это Питер. Прилично.